Директор футбольного клуба «Карамбик» Умаров прощается с коллективом, который возглавлял на протяжении 2 лет. В качестве руководителя в этот кабинет он приходит в последний раз. С командой «БИИК» Берик Умаров не раз занимал высокие места среди команд первой лиги. Вот, Кайсаров имеет, что же надо спасибо ему сказать тоже. Вот, кубок заняли, вот, ему же начал. Да. Ему спасибо, поработал. Вице-президент работал, Балан Ильич. Ему тоже спасибо. Что, у нас что было, в дальнейшем хорошо. Будем работать, готовиться. Теперь бывший 33-летний футболист возглавит клуб Ордабасы и заменит на посту президента клуба, оставившего его по состоянию здоровья, Кайсара Абдраманова. И сегодня состоялось знакомство с игроками Ордабасы. Я думаю, что в наш клуб пришел хороший специалист, который может вывести команду вперед. Последние 4 матча команда Ордабасы завершила неудачно. И на сегодняшний день футбольная команда занимает 6-е место в турнирной таблице. А до конца сезона остается всего 3 игры. Год завершается, однако копилка не пополнилась ни кубком страны, ни наградами чемпионата Казахстана. Сейчас осталось 3 тура. Не говорю, что мы сможем занять 1-е место, но постараемся войти в 3-ку. Этот год для команды Ордабасы оказался богат на события. С началом чемпионата поменялся тренер, и в составе команды произошли изменения. Теперь в конце сезона поменялся и президент. Надежда на то, что изменения принесут нашей области успехи в футболе, все же остаются.